Наша планета Земля. Мы ее привыкли видеть такой, какая она есть. Знать все те организмы и животные, которые мы привыкли с вами видеть каждый день. Но давайте окунемся в то время, когда существовали другие виды животных. Другие миры познания. Давайте обратимся в прошлое. Вернемся ровно на несколько миллионов лет назад, на 65 миллионов лет назад. Как мы видим, наша планета начинает вращаться в обратную сторону, время бежит в обратное направление. Кажется, что наша планета Земля не меняется. Но мы сейчас увидим вместе с вами тот мир, в котором царили доисторические животные. Мир динозавров. Добро пожаловать ровно на 70 миллионов лет назад. Сегодня мы находимся где-то на будущем континенте Северной Америки, на больших раскинутых ландшафтах среди гор и пустошей редко встречаются места, подобные этому. Небольшое горное озеро, которое приманивает некоторые виды динозавров того времени. Знакомьтесь, пахицефалозавр. Длина тела пахицефалозавра достигала 4,5 метра, высота же до 2 метров, весил примерно 450 килограмм. Знаком он всем своим панцирем на голове. Кстати, эти виды могли нанести существенный урон противнику. Среди горных хребтов многие виды блуждали в поисках еды и воды. Пахицефалозавры так рады, что не хотят вылазить с райского озера. Как и говорилось ранее, это скрытое озеро приманивает новые виды – галимимусы, большое стадо из 7 особей, которое проделало огромный путь, чтобы добраться до сюда. Но день так незаметно пролетает, что вскоре начинается новая жизнь, которая может таить в себе опасности. Ночь. Альбертозавр. Средний хищник того времени, массой около 2 тонн. Его крик разрывает ночную тишину. Казалось бы, две средние особи из разных формаций не прочь побороться между собой, тем более они очень голодны.
битвы достаточно бывают жестокими. Сегодня, к счастью, обошлось без жертв. Но кто бы знал, что это все происходит неподалеку от нашего райского озера. Галимимусы встревожились. А их тревога была не напрасной. Заблудшая третья особь альбертозавра убила двух галимимусов. Интересно, что на это ответят два старых трицератопса, которые посреди ночи пришли на это райское озеро? Кажется, альбертозавр настолько наглый и голодный, что совсем ничего не боится, даже могучих трицератопсов. Но альбертозавру ничего не остается, как покинуть данную территорию. Утро сменяет ночь. И, казалось бы, начинается такое небольшое какое-то перемирие, спокойствие, тишина. Дракорекс. Возможно, постоянный спор многих ученых и недоказанный динозавр, но некоторые считают его родственником пахицефалозавра. Это озеро действительно редкое в этих горах. Оно приманивает многие виды. Новые виды приходят, другие уходят. Трайки покидают место. Маленький малыш Гомолоцефал, как он здесь оказался? На горизонте появляется вновь старый знакомый хищник и вновь голодный.
Это всего лишь маленькая закуска, следующая на очереди дракорексы, если они вовремя не убегут. Но кажется, дракорексы убежали, и Альбертозавр остается один на этом райском месте. Не повезло ему, крупно не повезло. Еще и ночью трайки прогнали. Ну, а это была еще одна небольшая история третьей серии сериала «Prehistoric Planet». Думаю, что в будущем вас ждут еще более новые увлекательные серии. Обязательно подпишись на канал и поставь пальчик вверх.